Полякова, и сегодня я вам рассказываю про красоту. Сегодня я вас хочу познакомить с продуктами из новой линейки косметической компании Greenway, который называется Nice Code. Я вам покажу косметические тканевые масочки для лица и витаминный бустер. Сразу предвосхищая ваши вопросы, я хочу вам сказать, что мы ничего не тестируем на животных. И вся наша продукция органическая. И даже тот материал, из которого изготовлены маски, о которых сегодня пойдет речь, он 100% биоразлагаем. Если у вас по ходу моего видео будут возникать какие-то вопросы, пишите их прямо под видео в поле комментариев, я обязательно на них отвечу. Ставьте лайк моему эфиру, если вам нравится эта тема, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить интересные эфиры. Итак. Всем известно, что уход за кожей нужен всем, у кого есть кожа. Но сегодня такое огромное предложение на рынке, сегодня чего только нет. Поэтому я в своем видео сделаю акцент именно на составах. Мне кажется, это самое главное. И тогда вы сможете сориентироваться, что же действительно вам подойдет в этом огромном море-океане косметической продукции, которую сегодня предлагает рынок. Ну, поехали! И начать свой рассказ о наших масочках я хочу именно вот с этой. Она называется маска линейки Nice Code Double Lifting, что означает двойной лифтинг. Это маска для замедления процессов старения кожи с уникальным компонентом полулан и комплексом гиалуроновых кислот. То есть здесь их вообще несколько видов. Эта маска очень хороша для тех, кому уже плюс 35. То есть в 20 лет ей пользоваться, ну, нет никакой необходимости, потому что она обладает ярко выраженным регенерирующим эффектом. Она повышает эластичность и упругость кожи. Она имеет ярко выраженный подтягивающий эффект, разглаживающий. Здесь содержится комплекс гиалуроновых кислот, которые очень здорово улучшают цвет лица, удерживают в коже влагу, восстанавливают ее естественный уровень pH. Ну, то есть возвращает тот свежий вид, который нужен, наверное, каждой женщине. Что такое полулан? Это такая комбинация витаминов В12 и С. Он обладает выраженным омолаживающим эффектом, подтягивает очень хорошо кожу, стимулирует, укрепляет волокна коллагена. Также здесь есть депантенол. Он участвует в метаболических процессах, что очень важно, и стимулирует выработку коллагена. Мне очень понравилось, что здесь еще положен витамин В3. Он всегда отличался тем, что здорово ухаживает за обезвоженной кожей и способствует синтезу коллагена и эластина. Вот такая прелестная вещь, комплекс гиалуроновых кислот и целый набор витаминов, которые нужны нам для того, чтобы кожа чувствовала себя превосходно. Вторая масочка называется Skin Immunity Mask, то есть это маска для повышения иммунитета нашей кожи. Ее действие основное – это увлажнение, питание, насыщение витаминами и тонизирование. Это на самом деле это целая биодетоксикация кожи, в этом и есть фишка вот этой маски, и восстановление иммунитета в целом. Она здорово усиливает микроциркуляцию крови, активизирует синтез коллагена, оказывает выраженное противоотечное действие. Вот кто дружит с отеками, вот эта маска, вот типа такого изумруда прямо у нее зеленого, красивого, это именно то, что вам нужно. Все это, конечно, происходит благодаря чудесному составу. Здесь и гель алоэ вера, который дарит коже глубокую увлажнение, очень здорово восстанавливает поврежденный верхний слой кожи, если вдруг такое произошло. Здесь лактоза, которая поддерживает естественную микрофлору, восстанавливает и укрепляет защитный барьер кожи от потери влаги. Здесь лизат лакта и бифидобактерий, которые принимают участие в выработке гиалуроновой кислоты. Витамин Е, конечно, который активизирует обновление клеток и замедляет появление абсолютно ненужных нам морщинок. И еще здесь есть древесный сахар. Он усиливает выработку гиалуроновой кислоты. Также вы найдете здесь экстракт топинамбура, который помогает поддерживать на поверхности кожи полезную микрофлору и помогает здорово усваивать полезные вещества. Но еще здесь есть и экстракты женьшеня, цикория, солодки. Тут очень много всего. Я не могу на всем останавливаться, но составы настолько богатые, что говорю вот только о самом основном. Тут еще есть такой компонент, которого, конечно, мне уже стали задавать вопросы, а что это такое? Он называется глюконолактон. Это новое поколение гидроксикислот, которое оказывает во многом такое аналогичное действие фруктовым кислотам, очень популярным в косметике. Но, однако, он имеет целый ряд выигрышных отличий. Первое.
у него низкий раздражающий потенциал. Это значит, что вот эта маска шикарно подходит для чувствительной кожи. Он снижает pH кислотной мантии кожи, улучшает барьерные свойства рогового слоя. Он способен транспортировать на себе молекулы воды. Ура! Это то, что нам нужно. То есть он как бы втягивает в нашу кожу влагу, увлажняет ее, и мы превосходно выглядим. И вообще вот основные экспериментально доказанные свойства глюконолактона – это защита эластина и коллагеновых волокон, высокий уровень антиоксидантной защиты, что очень важно для женщин, которые живут в городах особенно. Он увлажняет кожу, выравнивает цвет, рельеф и оказывает выраженное фотопротекторное действие. Девочки, на пороге лета, многие из нас поедут после карантина сейчас отдыхать, где море, где ветер, и кожа будет подвергаться, конечно, агрессии. Вот для того, чтобы остановить агрессию ультрафиолета, вот именно вот этим и занимается эта чудесная маска. И еще у нее очень хороший противовоспалительный эффект. Если на коже какие-то неприятности, то эта масочка прекрасно успокоит. Мы переходим к нашей третьей маске. О ней прям разговор немножко даже, наверное, подольше получится. Это Night Repair. Это маска ночного ухода для обновления кожи. Устаем не только мы, но и наша кожа. Ей тоже нужно как-то за ночь генерироваться. Она очень здорово обогащена витаминами, питательными маслами. Богатейший состав масел здесь. И экстрактами. Это именно то, что нужно нашей коже после тяжелого дня. Это эссенция на основе натуральных компонентов, которая возвращает нам эластичность и упругость нашей кожи. И, конечно, вот благодаря маслам, например, масло амлы, которое великолепно снимает воспаление, не пересушивает, улучшает цвет лица, здесь есть. Здесь есть масло расторопшее, обожаемое мной. Оно обладает мощнейшим омолаживающим действием. И оно глубоко питает кожу, улучшает микроциркуляцию. Вообще цвет лица вот на масле расторопши, оно, знаете, вот прям меняется на глазах, я бы сказала. Масло граната, особенно для тех, кто 35+, в 20 лет не имеет смысла пользоваться этой маской, потому что она реально очень такая мощная. Масло граната витаминизирует, питает кожу и помогает вырабатываться коллагену. Также здесь есть масло арбуза, которое оказывает детокс-эффект и очень хорошо освежает, очень хорошо тонизирует. Масло камелии восстанавливает уставшую кожу. И что приятно, она, вот масло камелии уменьшает темные круги под глазами. Вот многие женщины сталкиваются с этой проблемой, и если она у вас есть, то вот эта масочка очень и очень здорово поможет. Также здесь есть масло рисовых отрубей, которое выравнивает рельеф кожи. Здесь есть экстракт апельсинчика. Я очень его люблю, когда он в составе косметических средств, потому что у него очень хороший лифтинг-эффект, он делает кожу упругой такой, и он здорово улучшает кровообращение. Что здорово, это означает, что у нас клетки кожи питаются более интенсивно. Также здесь есть экстракт радиолы розовый. Это она разглаживает неглубокие морщинки и не дает образовываться новеньким. И бифида, лактобактерии, много еще других различных витаминов. Я хочу вам, перед тем, как расскажу, как ей пользоваться, ответить на пару каверзных вопросов, которые мне задают об этих масках относительно их состава. Меня спрашивают, что такое растительный глицерин, который присутствует вот в каждой из наших масок. Я хочу вам сказать, бояться его не стоит. Это растительный компонент. Это вещество притягивает влагу и удерживает ее, не позволяя испаряться с поверхности кожи. Самое главное, что растительный глицерин должен быть в таких количествах, чтобы он не имел возможности превратиться в пленку на коже и как бы ее закупорить. Вот здесь все соблюдено. Вы можете посмотреть, когда вот, если вы приобретете эти маски, там сзади все написано, все, что там первое в составе, что во второй половине состава. То есть все как надо. И второй вопрос – это по бензиловому спирту. Отвечаю. Они есть, да, в наших трех, причем масках они есть. Ой, мы тут падаем немножко. Вот так давайте сделаем. Они есть в трех масках, этот спирт. Спирты – это в первую очередь стабилизаторы и консерванты. Бояться их не надо. Они не дают бактериям колонизировать наши баночки, наши тюбики и используются, ну вот, в качестве консервантов. В отношении бензилового спирта я могу сказать, что он одобрен организацией Soil Association. Это очень серьезная структура, один из серьезных центров по сертификации продуктов органического производства. Ну, другими словами, одобренная Soil Association можно смело использовать в органической косметике. То есть все хорошо. Как мы с вами этими масочками пользуемся?
Мы вскрываем упаковку, не буду это делать, сейчас говорю вам честно, просто рассказываю. Внутри у нас найдете кусочек материала, так скажем, чистим кожу лица, разворачиваем эту масочку и плотно распределяем по лицу на 15-30 минут до полного впитывания. Потом ее снимаете, остатки эссенции вбиваете такими легкими похлопываниями. Применяйте любую маску 1-2 раза в неделю, и кожа будет выглядеть реально по-другому. Еще вот что мне очень нравится, я попробовала только вот эту маску, ночное восстановление, восхитительно просто. Мне нравится, что она полностью впитывается, что не надо ничего смывать, что все реально попадает в кожу. Это что касается масок, но у нас есть еще один сюрприз. И сюрприз этот называется Bio Magic Booster. Он рекомендуется использовать его до применения маски и после применения маски для того, чтобы усилить ее действие. Но плюс к этому я также пользуюсь этим бустером. Я тут же его бросила себе в сумочку. Он буквально спасает второй день мое лицо, потому что на улице жарко и нужна защита. То есть им смело можно пользоваться как самостоятельное средство. Я очень рада, что я его получила, потому что я не могла найти такой формат. С одной стороны, мне не хотелось покупать пустышку, где одна термальная вода, это сейчас очень модно, или, например, один витамин С, что слишком агрессивно. А вот такого состава, как здесь, я не видела, и, наконец-то, вот он. Поэтому рассказываю. Вот этот бустер обладает выраженным антиоксидантным действием. Он повышает регенерацию кожи, он действительно делает ее гладенькой, такой приятной. И на 99% он состоит из натуральных компонентов. Он снимает отеки, если вы с ними вдруг дружите. Он нейтрализует круги и мешки под глазами, удерживает влагу в кожу. И, конечно, используйте его как самостоятельное средство. Я вот говорю по себе, ну, мой отзыв на 5 там, с 5 плюсами просто. Очень хорошо работает состав. Камедь акации улучшает структуру кожи. Она здесь есть. Экстракт женьшеня защищает от... Очень здорово, причем защищает от негативных последствий внешних факторов. Особенно, девочки, это касается тех, кто живет в городах. Экстракт цикория сохраняет на поверхности кожи полезную микрофлору. Важнейший момент. И избавляет также от жирного блеска. Вот лето, понимаете? И, конечно же, ну, кожа блестит. Парам-парам. Хорошая очень такая дисперсия. То есть не капли, как будто умываешься, а такое облачко, прямо облачко. Аромат даже не могу передать. Я не знаю, что это за аромат. Какой-то такой растительный, чистый, очень чистый аромат. Еще здесь есть экстракт солодки. Девочки, он очень подходит и мальчики, потому что сейчас мальчики тоже стали следить за своей кожей, и они большие молодцы. Экстракт солодки подходит для проблемной кожи. Он борется с возрастной пигментацией, отечностью и также стимулирует выработку коллагена. А вот экстракт цикория, он, как я сказала, здорово спасает от жирного блеска, лета, зачем он нам вообще нужен. Также здесь есть токоферол, это витамин Е, который известен своим ярко выраженным омолаживающим воздействием. И глюконолактон, о котором я говорила, он обновляет, он очищает поверхность кожи, дает ей такой сияющий, абсолютно замечательный вид. Итак, 4 продукта, которые просто реабилитируют нашу кожу, которые спасут нас абсолютно при любых нагрузках. Срок годности. Несколько слов обо всех продуктах уже вместе. Срок годности масочек и нашего бустера 18 месяцев. Цена маска 190 рублей, а цена бустера 290 рублей. Производитель Biosystem Pro, город Новосибирск. А с вами была, дорогие мои, Ольга Полякова, которая рассказала вам сегодня вот про такую чудесную, абсолютно органическую новинку. Мы все были дома для кожи, были дома долго на этом карантине. Для кожи это не есть хорошо, как говорится. Поэтому есть возможность привести себя в порядок вот такими прекрасными средствами. Ставьте лайк, если вам понравилось мое видео, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, который находится вот там внизу, чтобы не пропустить интересные эфиры. В комментариях вы можете задать мне любой вопрос, я обязательно вам на него отвечу. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Пока!